Всем привет! И сегодня будет выпуск о том, как я съездил в деревню, как я там тренировался. В общем, все увидите. Там, в принципе, ничего особого. А пока что вы смотрите это видео, я записываю уже новое. Небольшая тренировочка на тренировочках. Как вы сами видите, очень тепло, наконец-таки. Запишем пару связочек, да выложу завтра. Все, всем добра. Сейчас будет жесткий присед с ней. Она не 80 килограмм весит, тут побольше. Плюс она подморожена. Сотка там точно есть. Потому что тяжело было ее толкать. Погнали. Поднимем первую, дай бог не последнюю, чашу меда дикого за Сибирь великую. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Я вам так скажу, я с ней не присяду. Она очень тяжелая. И леса дремучие, лишь бы брали правильно, и Сибирь не мучали. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Мать моя медведица, дом Сибирь бескрайняя, только бы в метелицу шатуна не ранили. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Да что ты, блядь? Vilin man extra kastar in ha, hej fagra Stalin, där är vi alla.
Дерган вилегул харпа бастылла.